То есть любые исполнения, любые решения под любые мощности можно производить. Самарский трансформатор – одно из ведущих и старейших предприятий в России. В Самаре производят комплектующие, а в филиале, расположенном в Соколовской промзоне, собирают из них сложное оборудование. Перечень электротехнической продукции широкий – от небольших электроподстанций для садовых товариществ до мощных и безопасных трансформаторных комплексов, питающих электроэнергией объекты атомной промышленности. В сфере часы обсудить планы развития минимум на ближайшие полгода руководство компании пригласило министра энергетики Московской области Александра Самарина. За цифровой энергетикой, которая умеет управлять устройствами через интернет, большой потенциал развития, считает руководство компании. Первый в России цифровой трансформатор для стадиона в Калининграде был собран на этом предприятии. Нам бы хотелось, конечно, в этом смысле развиваться здесь, в Москве, тем более поработав с Мособлэнерго, мы видим определенные перспективы. От Камчатки до Калининграда. С 2014 года самарский трансформатор реализовал 1200 проектов, в том числе на крупных предприятиях. За последние три года обеспечивал электроснабжение более 3000 объектов. Собственные разработки компании в области энергосбережения на объектах социальной инфраструктуры открывают горизонты сотрудничества с правительством области. Мы можем смотреть и вашу продукцию, и как ее использовать. Ну, мы бы хотели, чтобы также наши компетенции вы применили. В сборочном цехе завершается компоновка модулей, выпускаемых в рамках тендера на изготовление 400 подстанций для «Газпром» газомоторное топливо. Таков вклад самарских трансформаторов в расширение использования природного газа на транспорте. Подстанция мощностью 400 кВ с распред устройствами высокого и низкого напряжения. Все комплектующие отечественного производства, что мы с успехом выполнили. Начиная от светильников, заканчивая распред устройством. В ходе рабочего визита руководство компании обсудило с министром энергетики перспективы развития в подмосковном регионе. Проговорили возможности увеличения мощности выпуска продукции здесь, на этой площадке Подмосковья, расширение линейки этой продукции, ну и как следствие это создание новых рабочих мест и налогов. Ну и безусловно вопросы импортозамещения были затронуты. Заводчане взяли себе на проработку вопросы безусловной экономики. А мы вследствие как центральный исполнительный орган государственной власти взяли на себя задачу посмотреть применение, расширение применения данной линейки продукции на территории области. Производство трансформаторов нового поколения организовано в формате полного цикла, без использования зарубежных компонентов. В разгар западных санкций это еще одно неоспоримое преимущество. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.